Фурмановский район активно продолжает бороться с последствиями снегопада. В ночь с воскресенья на понедельник выпало до 35% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в отдельных местах достигла 26 сантиметров. В результате природных капризов были задействованы все службы района. Они работали в усиленном режиме. Маршрутная карта большая, центральные дороги очищены. Теперь основные силы коммунальных служб брошены на борьбу со снегом и сугробами в частном секторе. 5 декабря глава муниципалитета Павел Колесников лично проконтролировал ситуацию, которая в настоящее время стабильна. Мне поступила личная жалоба из микрорайона Некрасова. Вот решил выехать лично посмотреть, как подрядчики выполняют возложенную на них обязанность. Да, такие снегопады не часто у нас случаются. Обычно мы успеваем за сутки расчищать. Здесь, конечно, чуть-чуть потребовалось побольше времени, но сегодня мы закончим. Свою лепту в борьбу со снегом вносят и учреждения социальной сферы. Этот вопрос стоит на особом контроле у руководителей образовательных организаций района. Администрации школ делают все возможное, чтобы утром дети могли без особых сложностей добраться до места учебы. Кроме того, директора школ активно информируют родителей и учащихся о мерах безопасности в зимний период. У каждого образовательного учреждения территория очень большая, поэтому зима для нас, особенно снегопады, это всегда очень горячая пора. А территорию, которую мы чистим, сложно физически убрать во время заносов и снегопадов. Это центральные площадки, это подъездные пути, это эвакуационные и запасные выходы. И очень хорошо, что в прошлом учебном году, когда к нам в школу приезжал глава Павел Николаевич, и увидев вот объемы, с которыми мы должны справляться во время заносов и снегопадов, то здесь нам была каждой школе оказана поддержка, выделены средства местного бюджета на приобретение снегоуборочной техники. И вот пусть такие небольшие машины, но они нам огромную помощь оказывают. Буквально вчерашний снегопад, вчерашний занос, но уже утром дети шли в школу по чистым подъездным дорожкам, по чистой центральной территории нашей школы. Также на борьбу со снегопадом вышли работники организаций всех форм собственности района. Сотрудники администрации провели очередные рейды на предприятия города. Оценили качество работ по расчистке снега, прилегающих территорий, парковочных мест и подъездных путей. Администрация Фурманского муниципального района проводится проверка расчистки от снега прилегающих территорий, парковочных мест для легкового и большегрузного транспорта, а также подъездных путей предприятиями Фурманского муниципального района. По фактам проверки установлено, что работа в данном направлении проводится своевременно и в полном объеме. На все сообщения жителей администрации города и соответствующие инстанции оперативно реагируют и принимают меры для предотвращения последствий снегопада. По результатам мониторинга социальных сетей поступило порядка 10 обращений, в большей степени из частного сектора. С последствиями снежной зимы можно справиться только сообща. Поэтому о фактах некачественного выполнения работ сообщайте по телефону оперативного штаба 20714. Виктория Семенова, Александр Кириллов, Антон Озеров, телеканал Фурманов ТВ.